Да, это наше 7-е видео. Или 6-е. И вот я создал новый мир без снега, но тут очень высоко, но ничего. Это нам не мешает, ведь мы сегодня должны построить дом на воде. И вода у нас есть. И даже давайте не дом, а целый атомный реактор. Ну, электрореактор на воде. Да, это будет выглядеть тогда ненадежно, но у нас все возможно. Давайте начнем со столбов, которые будут держать. Да, по логике Майнкрафта это не нужно, но мы будем строить максимально реалистично. Будет это сделано из железа. Опять это обучение инвентаря у меня открывается. Как же мне надоело вот это вот обучение инвентаря в творческом режиме. Все, я вышел. Так, и давайте вот тут построим уже первый столбик. Вот. Ну вот, первый столбик. И второй столбик. Все столбики должны обязательно выходить из воды. Но они не обязательно должны быть прям ровные и прировные. Вот. Вот так сойдет, как бы. И дальше мы строим платформу, на которой будет находиться реактор. Она будет вот такая вот зигзагами, чтобы доходила вот до другого столбика. Вот, нормально. Строим мы это из железа. Сами знаете почему. Железо крепкое. Там мы внизу тоже наделали. Ну ничего, может это мы уберем. Так, утопленникам сюда нельзя. Так, нам самое главное построить опору. Нам нужно дотянуть прям вот до сюда. Дальше это. Видео также разделится на части, так как за 13 минут мы не сможем ничего успеть. У нас начинается рубрика не выживание, а в творческом режиме. Строить разные штуки и постройки. Но это уже второе видео такой рубрики. И поэтому она только начинается. Но видео с выживанием тоже мало. Так. Смотрите, платформа должна быть большой. Первый этаж это будет как вход сюда. Тут будут лежать специальные вещи для, ну, типа одежда такая. Мы покрасим кожаную броню в белое. Это как бы, ну, вы знаете, как там в атомных реакторах. А в самом главном я там поставлю такую штуку, как бы печки такие, в которых будет что-то топиться. Например, железо. Вот. Главное построено, дальше мы как бы так вот вы вот так вот это вот застраиваем сюда. Ломаем песок. Реактор мы, может, будем строить этот долго, так как у него очень много разных сложных штук, которые надо долго строить. Так, у меня одно событие на моем канале, то, что у меня уже на канале появилось 3 подписчика.
Это мне очень нравится, так как мой канал, ну, мне нужны подписчики, так как на начале канала у меня вообще не было подписчиков. И вот, это наша первая начальная территория. Тут будет такие, такая железная дверь. Одна. Ворот таких не будет. И мы начинаем делать стены. Высота у нас будет в два блока на основных этажах. Вот на главном этаже уже будет три или даже четыре более высокое место, так как там будет находиться сам реактор. Также мы поставим, ну, громотводы туда, чтобы как бы будто еще энергия приходила из грозы, так как гроза дает вполне много электроэнергии. И типа эти громоотводы будут вести в аккумулятор, который я сделал из железа или какого-то другого материала. Такой большой аккумулятор, который не, ну, который портится через десятки лет, а не через 5 лет там. Не знаю, когда в основном, ну, умирают литионные аккумуляторы. Те, кто не знает, что такое литионный аккумулятор, это такие аккумуляторы, которые как раз в вашем телефоне и как раз на моем планшете. Так. И, кстати, многие может интересуются, почему я выбираю именно планшет, а не телефон. Во-первых, на моем телефоне очень слабый процессор, который, ну, Майнкрафт, ну, лагает на нем. И, во-вторых, он маленький. И тыкать по маленьким кнопкам мне вообще не в удовольствие. А на моем планшете тут все такое большое и хорошее, как бы. И тут гораздо удобнее играть. Ну и процессор на этом планшете гораздо лучше. Ну, конечно, тоже не самый мощный, но хороший. Типа вот как Майн, он тянет. И вполне хорошо. Так, у нас уже прошло 7 минут. Давайте откроем командную строку и попросим им утро. Все. Раньше, когда мне только подарили этот планшет, мне было 8 лет. Я еще вообще не понимал, как установить настоящий Майнкрафт. А 600 рублей мне тоже не хотелось платить. И поэтому я играл в игру под названием Крафтсман. Многие из нее могут знать. Это такая копия Майнкрафта, которая прям очень похожа. Это как Майнкрафт 1.13, 1.12, такой старый. Там еще стекло такое, чуть другое. Знаете, вот такое, на котором много этой белых штучек. И там... И сейчас я прям не понимаю, как я в это играл, потому что это реально невозможно. Там, если включить интернет, там вам реклама тонна просто будет. Я как запустил его, и мне там реклама. И, кстати, в основном это реклама, которая без видео. Но это вообще роскошь, если без видео. Но без Wi-Fi там с удовольствием поиграть нельзя. И еще там нет командной строки, которая очень нужна. Вот мы построили первый этаж. Вполне хороший этаж. В этом реакторе окон не будет, так как это такое опасное место. И вообще из-за вот этих процессов в атомном реакторе не должно быть окон даже. Нигде не должно быть окон, только освещение с помощью лампочек. Так. А еще я хочу сделать тут такие ограды. Пока что мы будем работать постепенно.
Вот. Ну вот, как бы, вот мы тут так застраиваем это. И тут мы поставим такие двери, ворота как. Даже просто дверь. Это будет специальное отделение, где будет очистка, как бы. Тут типа будет дезинфицирование от радиации и остального. Тут я типа сейчас поставлю такие плиты, которые, ну, от радиации защищают. Ну, вот, это будет как решетка, но куда я опять нажал? О, через 3 минуты у нас кончится видео, и поэтому нам нужно поторопиться. Вот мы берем эту решетку, и типа там находится такое оборудование для очищения от всех штук. Вот, а ты как бы заходишь, потом стоишь тут 5-10 секунд и спокойно проходишь дальше. И начинаешь работать. И также выходишь, и стоишь тут уже 20 секунд. Так как ты уже нахватался радиации. Так, ну вот, я примерно схему объяснил. И дальше мы будем ставить вот так. И сам кнопку. Мы возьмем каменную кнопку. Вечно у меня эти проблемы. Вот все. И эта дверь. Ой. Все, кнопка тут будет сверху, так как остальное я уже занял. Ну, и вот мы. Да, с этим входом проблемы, и поэтому можно пока что попытаться открыть дверь, а потом уже зайти. За это время ты уже успеешь дезинфицироваться раз 10. Так. И давайте мы возьмем освещение. Никаких факелов мы брать не будем, так как они не крепкие. Мы возьмем, попробуем взять, знаете что? Лампы возьмем мы. И датчик дневного света, я посмотрю, как работает. Это еще у нас как эксперимент, потому что не понимаю, как устроен этот датчик дневного света. Так, ну и где тут лампа? Уже сейчас видео закончится, пока я ищу лампу. Да, вот где-то вот тут она должна быть. Где эта лампа? Давай ищись. Давайте поставлю видео на пол. А, уже прошло 13 минут. И всем пока. С вами была Бульба. И наше видео кончается.